Сегодня я счастлив в День Республики Крым с большой делегацией партии ЛДПР, в ее составе депутаты Государственной Думы, сенаторы, наши активисты, Виктор Анатольевич Бут, мужественный человек, который украсил собой нашу партию не столь давно. Мы счастливы находиться на крымской земле, на нашей родной земле российского Крыма. Я поздравляю всех крымчан с Днем Республики Крым, с прекрасным праздником. И уже, хотя на календаре январь, настроение в Крыму какое-то весеннее. Несмотря на то, что со стороны вооруженных сил Украины каждый день следуют какие-то угрозы, кто-то Крым угрожает бомбить, кто-то в ближайшее время захватить, вернуть обратно, всем хочу ответить, что отныне и навсегда, и даже не отныне, а с 2014 года, на политической карте мира Крым навсегда, навеки вечное, в составе России. И 2023 год, с которым я поздравляю всех, как и с прошедшим Рождеством Христовым, с крещением Господним, войдет в историю и Крыма, и всей великой России, русского мира, как год великой окончательной победы над неонацизмом. И есть партия, которая про этих людей не забывает, которая не забывает про всех. Про всех жителей, про всех граждан и про всех россиян. Желаю вам успехов на этих выборах. И особенно крымчанам, так как вы сейчас очень близко к передовой, пройти этот период. Не просто отчитаться о выборах, а именно построить ту работу, которая бы постоянно была такой же актуальной и такой же четкой. А главное, конечно, как вот предыдущий сказал выступающий, это работать с молодежью. Успехов вам. Спасибо большое.